Ну вот, пока такое не сделаешь, поверить-то сложно. Итак, проверка Фарсана. А как мы ее сделали? Тут гений автостопа прост, как и работа коллег. Мы же не стали организовывать глубокий подъемник. Достаточно пары домкратов и зеркала для того, чтобы показать присутствующим работу двигателя без масла. Итак, двигатель работает без масла. Удивлены? Да, удивлен. Вообще, вот видно такое, что вот можно, оказывается, машину разобрать, потом прокрутить ее, наверное, целый день она будет стоять, а потом дальше ездить спокойно. Ну, вообще-то, конечно, это странно, но тут наяву все, факт. Так что это как с области фантастики, что ли, или как сказать. Да, спокойно и без надрывов, движок пашет. Да, крутым спецам, которые иногда смотрят, скажем: ваш тазик тоже может работать без масла, но не сутки подряд. А этот просто работает благодаря Фарсану. Часто вы видите, что двигатель стоит и работает без масла? Я нет. А вот машина за вами стоит. Сегодня вижу. Это прелесть Фарсана? Не только его, но Фарсана в первую очередь. То есть можно, оказывается, сделать так, чтобы двигатель стоял, работал, и вы ни о чем не заботились. Заботиться всегда нужно. Но в данном случае это, скажем, уникальный продукт. Нужно понимать, что чудес не бывает. Что мы, например, не можем сейчас взять и поехать во Владивосток на этом автомобиле. Он туда не доедет без масла. Но любой другой необработанный автомобиль не уедет отсюда вообще со стоянки даже. А этот проедет где-то порядка 300-500 километров абсолютно спокойно, без масла. Ну и, конечно, мнение того, для которого такая технология, как заряд перца. Ну что же делать, если двигатель-то не глохнет, а? Вот для механика, обращаю внимание, двигатель работает без масла. Благодаря чему? Благодаря присадке Фарсан, которая дает положительный результат. Особенность этой присадки заключается в том, что повышается компрессия двигателя, уменьшается выброс газов, хорошо заводятся сильные морозы, ресурс двигателя увеличивается и, соответственно, расходы на обслуживание и ремонт самого двигателя. То есть для механика было бы, наверное, понятно, что обработать двигатель Фарсаном не есть хорошо, но для человека это хорошо? Да, это действительно для автовладельца это большой плюс. То есть за небольшие деньги он получает отличный результат. Итак, все, что было показано, сделало следующее. Немногим понятно, но многие поняли, что у нас в России есть то, что позволяет гордиться. Да, круто было из страны униженной сломать хребет Гитлеру, да и потом переломать единственную сверхдержаву. Да, мы умели делать, да, работает это и сейчас. Что-то у нас своровали те, кто также ненавидит своих стариков, но мы-то их любить должны. Они это сделали. А тот, кто придет позднее, станет кем? И все это, конечно, не для автостопа, но тема-то понятна. Развей то, что было сделано, доставь радость и понятие тем, кто работал для блага. И счастье нашего станет больше. Это, конечно, понятно, да, мы сделали рекламную акцию. Но факт есть факт. Двигатель работает без масла? Да, двигатель уже продолжительное время работает без масла, в пределах около 3 часов. То есть это не говорит о том, что надо людям ездить без масла. Это просто показывает, что двигатель ваш защищен досконально. А если вот так вот подумать, насколько можно продлить срок эксплуатации вашего двигателя именно благодаря Фарсану? Ну, в порядке в 5-6 раз моторесурс увеличивается благодаря Фарсану. А если мы зальем Фарсан еще и в рулевой механизм, а все вот эти вещи, которые потом рано или поздно, ну, просто кончаются? Ну, Фарсан также восстанавливает гидроусилители, восстанавливает и защищает. Также коробки, механики, автоматы, редуктора, гранаты. Все можно обработать Фарсаном. Срок действия увеличивается.